Всем привет! Если вы откладываете переход на электронный документооборот, потому что дорого, долго и сложно, тогда это видео точно для вас. Сегодня мы разберем самые популярные мифы. Итак, миф номер один. Электронный документооборот – это дорого. Мы любим говорить на языке цифр. Просто посчитайте, сколько денег в год вы тратите на закупку бумаги, конвертов и организацию хранения. Да, не забудьте включить еще обслуживание принтера и курьерские услуги. И это мы еще даже не говорим о времени сотрудников и автоматизации процессов. Электронный документооборот – это инвестиция, которая точно окупится. К тому же всегда можно начать с бесплатного тарифа «Документолог Фри». Миф номер два. Электронный документооборот – это сложно. Мы так привыкли, наши сотрудники не смогут адаптироваться, нужно будет заново учиться и перестраивать всю работу. Стоп! Простые процессы, простой интерфейс, и все интуитивно понятно. Электронный документооборот позволяет сделать работу быстрее и удобнее. С ним вы тратите на обработку документов меньше времени, быстро отправляете на согласование, быстро получаете подписанный файл и не теряете документы на столах. Миф номер три. Электронный документооборот – это долго. Сервис «Документолог» обладает готовыми конфигурациями. Вы можете начать работу практически сразу после регистрации. ЭДО подходит для любой сферы, для любого бизнеса и для любого количества пользователей. Если вам нужен индивидуальный функционал, это тоже к нам. Если вы еще не пользуетесь электронным документооборотом, то напишите нам почему. В следующем видео мы разберем ваши ответы. Давайте бороться с мифами вместе!